Жители Шымкента активно критикуют программу модернизации ЖКХ. Одни говорят, что никак не могут дождаться ремонта своих домов, другие, уже пережившие модернизацию, уверяют, что сделана она из рук вон плохо и теперь даже отказываются платить за реконструкцию. Материал Ирина Абрамой. Вот они подделали, вот это опять подкрасили все. Вот здесь все сыпало. Сами видите, какие стены? Вон уже поднимается. Подтеки на стенах, трещины в балконах, отвалившаяся штукатурка. Жительница четырехэтажки номер 50 по проспекту Республики в Шымкенте Оксана Рози недовольна капитальным ремонтом, проведенным в доме год назад. 300 тысяч, которые она теперь должна государству, платить отказывается. Ремонт сделали нехороший вообще. И, в общем, после зимы все у нас поободралось. Они пришли весной опять, подделали, чтобы все это хорошо было. Ну, сейчас, конечно, просят деньги платить. Но вообще-то мы не хотим, не стоит этот ремонт этих денег. А жильцы этой шимкентской многоэтажки напротив мечтают, чтобы их дом не развалился в ожидании капитального ремонта. Уверяют, забросали просьбами районы городской акиматы, но все без толку. Наш дом в аварийном состоянии. Я здесь сколько живу, не делали ни разу ремонт. К примеру, у нас течет канализация, в первых подъездах особенно. И крыша течет. Жители пятого этажа жалуются. Каждую осень и весну у них течет с потолка, но ремонта они никак не могут добиться. По плану модернизации в этом году в Шымкенте отремонтируют 34 здания. В плане следующего года уже 90. Ирина Абрамова, Бахадыр Тажибаев, Виталий Заинтинов, 7 News, Шымкент.